Китай сохраняет объективную позицию по отношению к украинскому конфликту и активно прилагает усилия, чтобы разрешить его за столом переговоров. Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на обвинения со стороны официальных лиц США в военной поддержке России. Китай не инициатор и не заинтересованная сторона украинского кризиса. Мы не использовали и не будем использовать этот вопрос в своих интересах. КНР ведет строгий контроль экспорта товаров двойного назначения в соответствии с законами и регламентами. Мао Нин призвала Вашингтон не очернять отношения Пекина с Москвой, не вредить правам и интересам Китая и его предприятий и не провоцировать конфронтацию.